Советские войска в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле 1944 года, преследуя отступающего противника, сходу форсировали реку Висла и заняли на левом ее берегу возле города Сандомир несколько небольших плацдармов. Уже скоро сухопутная разведка донесла, что немцы концентрируют силы для контрудара и создают мощный механизированный кулак. На плацдарме стали готовиться к обороне. Через пару дней, утром над советскими окопами с немецкой стороны на большой скорости вдруг пролетел самолет Ил-2 с бортовым номером 13. Летчик возвращался с разведки, а то обстоятельство, что он очень спешил, было плохим сигналом. Предчувствие не подвело бывалых бойцов, и уже скоро на горизонте появились немецкие танки. Колоннами по двум дорогам они шли в сторону плацдарма, и, выйдя на открытое место, стали разворачиваться в боевые порядки. Предстояло жаркое сражение. Командиры, разглядывая горизонт в бинокли, насчитали около 150 боевых машин, которые поддерживали два полка пехоты. И вот, когда немецкие танки подошли к советским окопам на расстоянии выстрела, а гул от лязганья гусениц стал невыносимо громким, вдруг в небе появилась девятка Илюшиных. Ведущий номер 13. За штурвалом сидел молодой, но уже прославленный летчик, герой Советского Союза Бегельтинов Талгат Якубекович. Находясь в разведке и увидев немецкую колонну, он успел вернуться на свой аэродром, поднять эскадрилью в воздух и теперь летел на помощь своим наземным войскам на плацдарме. Штурмовики, как коршуны, накинулись на немецкие танки, стали пикировать, сбрасывать бомбы. Еще заход, бьют из пушек, вновь набирают высоту и накрывают пехоту пулеметным огнем. Танки противника начинают останавливаться, рваться. В стане врага паника, пехота разбегается, а танки расползаются в разные стороны и давят своих же солдат. Следом за первой пришла вторая девятка штурмовиков, и все повторилось. А потом, чтобы добить остатки, прилетела и третья волна, опять под командованием Талгата Бегельдинова. Недаром Ильюшиных прозвали истребителями танков. Вокруг на поле, где еще недавно шли грозные тигры и штурмовые орудия, все пылало, гарь, смешанная с пылью, закрывала солнце, а от техники врага остались только черные обгорелые остовы подбитых машин. Гвардии капитан Бегельдинов Талгат Якубекович, командир эскадрильи 144-й авиадивизии, в 1944 году был уже одним из самых опытных и прославленных советских летчиков. За помощь в обороне Сандомирского плацдарма он получил вторую звезду героя. Но этот успех не был достигнут случайно. Талгат шел к нему всю свою предыдущую жизнь. А жизнь у него поначалу была ой какой непростой. Родился он 5 августа 1922 года в Казахстане, в Акмолинской области возле озера Майбалык. На свет он был произведен не в каком-то роддоме, в окружении врачей и акушерок, и даже не в собственном доме с повиальной бабкой, а как и большинство казахов-скотоводов, совершавших в ту пору кочевки по степи в высокой двухколесной орбе, запряженной верблюдом. Как и положено, собравшиеся аксакалы после длительной дискуссии определили имя новорожденному – Талгат, что означает внешне привлекательный, приятный. После рождения сына его родители поселились в городе Фрунзе, ныне Бишкек, а когда мальчику исполнилось 5 лет, его отец Тусупбек по заведенному казахскому обычаю подарил Талгата своему брату Якубеку, у которого не было своих детей. Новый отец души не чаял в приемном сыне, но вот мачеха его не взлюбила с первого взгляда, хотя потом постепенно смирилась с его присутствием. Странно, но Талгат в молодости вызывал в людях крайние эмоции. Кто-то его безумно любил, а кто-то с первого взгляда начинал люто ненавидеть. Так случилось и в аэроклубе. Маленький Талгат с самого раннего детства грезил небом. Вместе со своим школьным другом Петькой они делали модели самолетов, а когда записались в аэроклуб и Талгат первый раз поднялся в небо, он даже закричал от радости. Но инструктор не взлюбил подростка, он стал его без конца грубо ругать, как бы нарочно подбирая самые оскорбительные слова. Полеты на самолете превратились в пытку, но Талгат никому об этом ничего не говорил и терпел. Потом эту неприязнь заметил начальник аэроклуба, и инструктора уволили, а Бегельдинов сдал экзамены на отлично. И вот настало 22 июня 1941 года.
Сотни заявлений легли на стол начальника школы с просьбами, да нет, даже с требованиями отправить всех в действующую армию. Куда угодно, если нужно, то даже в пехоту. Но стране нужны были обученные летчики, и Бегельдинова вместе с остальными направили переучиваться на бомбардировщик СБ в Оренбургское авиационное училище, а потом еще с группой сержантов его откомандировали и в истребительное училище, где он обучился пилотированию на новеньком Ил-2. После экзамена в летной книжке летчика-штурмовика Талгата Бегельдинова появилась такая запись. Техника пилотирования на самолете отличная, летать любит, в полетах не устает, трудолюбив, летных происшествий не имеет, в воздухе спокоен, летает уверенно. В декабре 42 года Талгат Якубекович наконец-то попал на фронт. Его направили в 800-й полк 292-й штурмовой дивизии, которая квартировалась в селе Андрополь, около города Торопец. И опять 25. Командиры 1-й и 3-й эскадрилий наотрез отказались принимать к себе молодого пилота. Чуть не плача от обиды, он пришел к дому, где расположились летчики 2-й эскадрильи. Ее командир, лейтенант Степан Пошивальников, узнав обо всем, удивленно, но пророчески заметил: «Вот чудаки, от такого парня отказались». Гулко шумят моторы. Первый боевой вылет. Талгат весь как на иголках, всю ночь от волнения он не спал, а теперь на самолете под завязку, начиненным бомбами, летел в район Старые Руссы. В голове одна мысль — только бы не оторваться от ведущего. Подлетая к цели, за стеклами кабины стали рваться вспышки зенитных снарядов. Талгат неотступно следит за ведущим, повторяет его маневры, меняет высоту и направление полета. Внизу появилась цель — железнодорожный состав. Группа пикирует, атакует из пушек и пулеметов, сбрасывает бомбы. В момент атаки Талгат увлекся и оторвался от группы, а когда развернулся и догнал своих, то в кабине ведущего увидел грозящий ему кулак. Но эта неприятность забылась, и уже вечером все пилоты в полку говорили о невероятном везении молодого пилота. Во втором вылете Талгату удалось точно послать свою бомбу в бензохранилище, а в третьем поджечь склад с боеприпасами. Такое, конечно же, бывало и у других летчиков, но редко. А у Бегельдинова получилось сразу же в первый день. К тому же в его самолет попал снаряд, но он оказался бронебойным, и, пробив в плоскости огромную дыру, улетел прочь. Начались боевые будни. Ежедневно стал летать Талгат на штурмовку врага, и удача вновь была к нему благосклонна. В один из последующих дней девятка Илов под прикрытием 8 истребителей Яковлевых вылетела бомбить деревню Глухая Горушка, которую немцы превратили в мощный узел сопротивления. Задание было несложное — атаковать артиллерийские позиции противника и левым разворотом через болото выйти за реку Ловость, на территорию, уже занятую нашими войсками. Но в этот раз все пошло не по плану. Советских летчиков встретили около 60 истребителей противника. Наши яки сразу же вступили с ними в бой, но преимущество врага было подавляющим. Вот уже первое звено штурмовиков в полном составе, охваченные пламенем, рухнули вниз. Левое звено Ильюшиных, сделав хитрый маневр и петляя по перелескам, вышло из боя. А в тройке Бегельдинова сначала был сбит ведущий, а потом и левый ведомый, и Талгат остался один. Он кое-как долетел до цели, сбросил бомбы и вышел на бреющем полете к болоту. И тут впереди справа прошла пулеметная трасса, и сразу же еще одна, прямо над фонарем. Талгат быстро повернул голову и увидел Мессершмитт. Посмотрел справа меня, понимаете, Мессершмитт, место 9-й, значит, атаковал меня и поворачивает. Я его первый раз видел-то, этот самолет, Мессершмитт, поворачивается и уходит. Ну, я уже наблюдаю за ним. Он ко мне сзади опять заходит. Ну, я думаю, что... Ну, и стали в вираж. Вираж так стали, крутились, понимаете, и так стали, что этот Мессершмитт, это я. Ну, на все гашетки, прямо в прицеле. Смотрю, понимаете, попадаю, пули трассирующие, попадаю. Смотрю, дымил, задымил, и сел, прилетел на аэродром. И, значит, здесь меня, значит, конечно, командир полка спрашивает меня: «Вы устали, товарищ Бегельдинов?» Я говорю: «Да никак нет. А если честно говоря, впервые я в таком переполохе, конечно. Но вообще-то, конечно, ноги немножко дрожали, вообще-то». На следующий день утром, значит, вызывает меня командир дивизии. А командир дивизии тогда был полковник, герой Советского Союза, товарищ Каманин. Вызывает, значит, я подхожу и спрашиваю, значит, он меня спрашивает: «Вы вчера на каком самолете летали?» Я говорю: «На 13-м».
Вы сбили истребителя? То веруй, вроде бы немецкий истребитель, я сам видел. Ну, немецкий, но вы же скажите, как сбили? Ну, я им говорю, что на виражах, стал на виражах, понимаете, попался под мой прицел, я его, значит, сбил. Вы знаете, Гарташ Бигельдинов, вы сделали колоссальное дело. До сих пор штурмовик не дрался с истребителем противника. И вы открыли, по сути дела, новую тактику вроде бы. Потому что штурмовики дерутся и должны драться с истребителем, когда встречают. И вот факт, вы сбили, понимаете, даже, значит, истребителя. Вы знаете, говорит, кого сбили? Я говорю, не знаю. Да вы, говорит, сбили аса, который имел сбитых самолетов 108. Ну, там, он во Франции, там, в других местах, понимаете. Ну, 108 самолетов сбили, оказывается. Вот за то, что вы открыли новую тактику, за то, что сбили вот этого аса, вас награждаю орденом Отечественной войны второй степени. Это был мой первый орден, который я получал в 43-м году. Очень важной вехой военной биографии Талгата Якубековича стал налет на немецкий Харьковский аэродром. После Сталинградской битвы наши войска, развивая наступление, вступили на землю, истекающую кровью Украины. Как-то генерал Василий Рязанов, командир 1-го штурмового корпуса, куда входила и дивизия, где служил Бигельдинов, приказал атаковать аэродром в Харькове. Но задача эта была сложная. Немцы превратили его в неприступную крепость, стянув к нему массу зенитной артиллерии и насытив его истребительной авиацией. Несколько попыток бомбардировки аэродрома уже оказались безуспешными, и командование решило бросить на узел штурмовую авиацию. Первый на аэродром оказался крайне удачным. Штурмовики под прикрытием полка истребителей утром вышли прямо на цель. Видимо, немцы только что проснулись, и визит советских эскадрилей был для них как гром среди ясного неба. Штурмовики подожгли 12 бомбардировщиков, уничтожили ангары и склады авиабомб. Первый вылет прошел без потерь, а второй немцы, конечно же, уже ждали. Шестерку штурмовиков, которые в этот раз были без прикрытия, атаковали 12 мессершмиттов. Они ринулись на перерез илом и стали клевать их то сверху, то снизу. В лоб не заходят, знают, что любой штурмовик спереди превышает по огневой мощи все остальные самолеты. В воздухе образовалась полнейшая неразбериха. Вдруг один из немцев, атаковав самолет Бигельдинова снизу, на какое-то мгновение выскочил вперед. Это-то его и сгубило. Талгат нажал гашетку пушек, и тут же истребитель рухнул вниз. Рядом кто-то еще сбил вторую вражескую машину. Но уже подлетели к аэродрому. В этот раз он был забит бомбардировщиками под завязку. Открыла огонь зенитная артиллерия, с задних точек Хенкелей застрочили пулеметы, а в небо стали подниматься еще и Фоки-Вульфы. Шестерка штурмовиков атаковала самолеты, стоящие на старте. Два Фоки-Вульфа один за другим опрокинулись и мигом превратились в груду обломков. Вторая пала столкнулась на взлете и, пылая, врезалась в строй бомбардировщиков, которые также запылали. Илы удачно сбросили свои бомбы, и вражеский аэродром охватило море огня. Удивительно, но в этой схватке никто из штурмовиков не был сбит. Ну, кроме разве что самолета Бигельдинова. На обратном пути Талгат заметил, что его ил стал терять ход, и повысилась температура воды и масла. Значит, попадания все-таки были. Он вышел из строя и продолжал тянуть свой штурмовик. В таком состоянии его догнали два Фоки-Вульфа. Вражеские истребители взяли самолет Талгата в клещи и решили увестить его на свой аэродром. А когда Бигельдинов отказался подчиниться их ведущему, расстреляли штурмовик, и он рухнул на землю. Долго блуждали в тылу врага пилоты и его стрелок. Перед самым крушением они успели выпрыгнуть с парашютом. Около какой-то деревни они нарвались на немецкий патруль. Два пистолетных выстрела громко прозвучали в сельской тишине, и немцы упали замертво, а за летчиками увязалась погоня. Фашисты долго гнались за Бигельдиновым и Яковенко, и в итоге загнали их в болото. Дальше немцы не пошли, опасаясь увязнуть, и в бессильной злобе посылая летчикам вдогонку град пуль. Когда спустилась ночь, на Яковенко вдруг напала куриная слепота. Пришлось вести своего друга за собой за руку, но, к сожалению, он погиб. Уже у самой линии фронта, когда до спасения оставалось буквально с километр, летчики вышли на минное поле, и Яковенко наступил на мину. Талгата откинуло взрывной волной, и он потерял сознание, а когда очнулся, то по нему уже стреляли автоматчики. Убедившись, что стрелок погиб,
он пополз к спасительной ленте воды. Как бревно упал он с крутого обрыва в воду и поплыл. Силы стали покидать Талгата, ноги налились свинцом, и он пошел на дно. Уже захлебываясь и в предсмертном бреду, он ощутил, как его схватили крепкие руки и потащили на берег. Талгата Якубековича сначала хотели отправить в тыл на излечение, но он сбежал из санитарного поезда и прибыл на свой аэродром. Радости его сослуживцев не было предела, ведь его 15 дней считали погибшим. В августе 1943 года Бигельдинов участвовал в битве за Днепр. Немцы тогда под ударами Красной Армии отступали, и им нельзя было дать закрепиться на этом естественном рубеже обороны. На штурмовую авиацию легла очень ответственная задача. Пилоты 800-го штурмового полка вели разведку и наносили удары по скоплениям войск противника. Очень важно было также не дать врагу разбомбить переправу. Это было во время форсированного Днепра. Нам была поставлена задача уничтожить танки противника за Днепром. Ну, здесь как раз шло форсирование. Значит, мы 18 самолетов под прикрытием 12 истребителей. Подходя к линии фронта, докладываем, они говорят, отставить выполнение задачи, свяжите воздушный бой с бомбардировщиком противника. Ну, а где же бомбардировщики, спрашиваем. Говорят, прямо идите по курсу. Переходим мы, Днепр. Я вам скажу, воды не было видно. Там все на чем хотят переплывают на Днепр. Но мы когда отошли километров 20, смотрю, две группы идут. Одна группа сзади другую. А мы вот так вот идем. Ну что сделать надо будет, Наша задача не допустить к переправе этих бомбардировщиков. Вы представляете, если одна бомба упадет, это переправа, это, несомненно, 500 жизней не будет. Ну, все мы стреляли по ведущему. Ведущий, ушло противника, сбросил свои бомбы на свои же войска, вся группа с ним, потому что ведомый зависит только от ведущего. Второй группой мы, связались, вторая группа тоже, ни один самолет не дошло. Бой закончился. Смотрю, мои самолеты, все это, 18 самолетов, все целые, и ушли домой. Этот бой наблюдал сам лично командующий фронтом. Командующий фронтом Ташконев дал, такое подтверждение, что, группа штурмовиков сбила 6 самолетов, группа истребителей 8. Тяжелая была эта война. Много трудностей пришлось испытать советским людям. Но вот оно, логово страшного зверя, под крылом самолета – Берлин. Талгат Якубекович первый, кто влетел в его воздушное пространство. Внизу мелькают улицы, люди, машины. В скверах на площадях и на крышах домов – сотни зенитных установок. Но Ил-2 летит на высоте в 50 метров, и немецкие зенитчики не успевают даже голов повернуть, как он проносится мимо и исчезает из виду. Талгат, тщательно все разведав, вернулся на свой аэродром. А уже через несколько дней войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов приступили к самому крупному сражению в истории человечества. Талгат Бигельдинов тоже принял участие в этой битве. Его илы поддерживали продвижение наземных войск. Во время одного из вылетов в районе города Трейенбрицена шел жестокий танковый бой. В одной из машин находился генерал, который с земли руководил действиями штурмовиков. И вдруг Талгат услышал самый страшный приказ, который мог только быть. «Бейте по моей машине!» – командовал генерал. Действительно, с неба было видно, как куча немецких танков окружили несколько 34-ок. Никогда еще раньше не работали летчики 2-й эскадрильи с таким предельным напряжением. Каждый летчик старался быть идеально точным. Ильюшины клевали и клевали фашистов, пока те не поползли в разные стороны. 12 заходов на цель, после которых на поле оставался пылающий костер. А в голове только одно – лишь бы не задеть своих. А вечером спасенные танкисты, целые и невредимые, во главе с генералом, прибыли с подарками в расположение штурмового полка. За годы Великой Отечественной войны Бигельдинов Талгат Якубекович совершил 305 боевых вылетов на штурмовку наземных войск противника, сбил 5 самолетов врага лично и 2 в группе.
Он был награжден многочисленными орденами и стал дважды героем Советского Союза. После победы он еще несколько дней воевал в Чехословакии, где, несмотря на акт о капитуляции, немецкие войска не сложили свое оружие. Далее он участвовал в параде Победы и на Красной площади шел в одной шеренге вместе с прославленными летчиками Иваном Кожедубом, Сергеем Луганским и Юрием Балабиным. В 1950 году Бигельдинов окончил военно-воздушную академию и до 1956 года продолжал военную службу, а потом работал в гражданской авиации. Далее Талгат Якубекович продолжил свое обучение и в 1968 году заочно окончил Московский инженерно-строительный институт, после чего работал на руководящих должностях. После распада Советского Союза он продолжал жить в Алма-Ате и являлся президентом Международного благотворительного фонда, оказывающего помощь инвалидам Великой Отечественной войны и детям-сиротам. Умер герой 10 ноября 2014 года, последним дважды героем Советского Союза, получившим золотые звезды за подвиги во время Великой Отечественной войны. Смотрю я на лица наших замечательных парней и девчат, а в памяти встает грозное время войны, огонь и пепелища, слезы и стоны людей. Да, память хранит все это. Как часто я вспоминаю те годы, наши полевые аэродромы, боевых друзей. Говорят, что время залечивает раны и стирает в памяти людей горечь потерь. Нет, мы все помним. Мы не забыли кровь и слезы, и не забудем. Мы мирные люди, мы хотим счастья на земле, но вновь появились любители бряцать оружием. Опасная эта игра. Уроки истории никому и никогда не следует забывать. Пусть знают все, что порох в наших пороховницах сух, а любовь к родине беспредельна.